Здравствуйте, Александр Владимирович. Большое спасибо, что согласились дать интервью. О чем были ваши доклады? Первый доклад был о организации помощи больным острым инфарктом миокарда в мегаполисе. Я рассказывал о международном опыте и о опыте организации этой помощи в Москве. В Москве за последние два года действительно произошел принципиальный прорыв. Мы смогли построить в городе абсолютно современную инфарктную сеть, не хуже, чем в любой другой европейской столице. Сейчас у нас больше 80% больных с острым инфарктом миокарда экстренно получают самое современное лечение. Им в течение очень короткого времени проводится стентирование инфаркт связанной артерии. Это действительно самый эффективный способ лечения, и госпитальная летальность уменьшилась в Москве в два раза. Этого мало, потому что это отражается и на дальнейшем течении заболевания. И мы сейчас с удовлетворением отмечаем, что и количество инфарктов в Москве стало существенно меньше. Время доставки пациента обсуждалось ли в вашем докладе? И можете ли вы как-то прокомментировать? Безусловно. Это называется инфарктная сеть. От момента вызова скорой помощи до того момента, как больной оказывается на операционном столе. После вызова скорой помощи больной примерно в течение 50 минут оказывается в больнице, причем не в любой попавшейся, а только в той больнице, где круглосуточно работает ангиографический центр. И дальше в течение 40 минут ему уже вводится инструмент в коронарный сосуд, пораженный атеросклерозом. Это абсолютно европейские цифры. Очень хорошие, которые позволили добиться этого результата.